Здравствуйте. 21 июня, 5 лунный день. В созде Адья с элементом огня, стихии воды. День высших сил, благоприятный для ритуалов, почитания огня, проведения праздников, также свадеб, новоселья, обращение к учителям Буддам, размышления, медитации, работы с железом. Ребенок, родившийся в этот день, будет аккуратным, храбрым. По отношению к отцу будет проявлять уважение с жестким нравом. День неблагоприятен в дальнюю дорогу, принятие сана, переездов, перепыляться через большие реки, ловить рыбу, стрижка волос к умножению достатка. Благоприятен для людей, родившихся в год, обезьяны, мыши, неблагоприятен годам, коровы, овцы, собаки. Илгинском сукчун дуване хорал алтенгерл намсре, манюдуване алтенгерл джутуване, ямандак и намсре. Будьте щедрыми.